Лена делает себе завтрак. Ой, да-да, ты накушаешься сейчас. У меня еще булка. А, еще булка, ну да. Как вам такая яичница? Это вообще-то мои тапочки. Я думаю, что вряд ли его отжал. А мы приехали снова из торгового центра, купила немножко себе вещей и в золотом яблоке кое-что. Показывать или нет? Все, попрыгать захотела, да? Нет? Ладно, ладно, скоро попрыгаешь. Ой, да капа, ой, да молодец, подсадил нас на футбол. О, теперь каждый день супчик кушаем. Вкусно тебе, кис? Очень. Спасибо капе, да? Ой, ты чё, день вкусняшек, что ты? И всё ей, всё ей. У меня ничего. Жизнь блогера. Мне подарили цветочки, коврик. Я купила много себе вещей. Смотрите, все у меня на страничке. Да. Новую куртку покажи, давай. Покажи новую куртку. Ой, ты чё, а? Красота. Так, ужин на скорую руку. Так, угадывай, быстренько угадывай, что там. Быстро, что тут, там что тут? Семга, рукава, помидор и моцарелла. А ты молодец, как будто ты сделала, да? Все знаешь. А я сделала. А, ну, мол, да. Приятного аппетита пожелай. Приятного аппетита. Спасибо. Вы что, там лобно идет? Там Бузова? Там Бузова? Потише, пожалуйста. Пожалуйста. Закройте твой клюк, я вас умоляю. Пожалуйста, потише. Пожалуйста, хватит, потише. Пожалуйста, потише. Я вас прошу, не кричите. И ты не кричи. И ты не кричи. Пожалуйста, потише. Пожалуйста. Оля Бузова, меня привет. Оля Бузова. Потише, там съемки. Пожалуйста. Пожалуйста. Прошу. Прошу. Пожалуйста. Еще! I need a hero! Давай, давай, как американские 80-е сериалы. Молодец! Хочется поговорить о очень умных дамочках, которые приходят на шоу «Бородина против Бузовой» и говорят, что тут все альфонсы. Так вот, это немножко объяснение, что такое альфонс. Что касается того, что проект покупает еду участникам, платит зарплату участникам, это заработная плата, это условия проекта, так же, как и есть моряки, которых тоже кормят, они работают и получают зарплату. Есть, как там сказать, воспитатели в детских домах. Они живут обычной жизнью, готовят, кушают и тоже получают зарплату. Они же не альфонсы, а точнее, вы вообще, блин, понимаете слово альфонсы? Точнее, дамочки, которые на шоу «Бородина против Бузовой» приходят и орут во всю глотку. Так, у меня тут земляничный чай, 2 бутика. А Ира уже фиг знает, какую порцию ест. Ребенок требует еды. Я взяла яичницу с сосиской, потом сосиску, потом хлопья. Да. Итак, Голд приготовила нам гороховый суп. Будем сейчас кушать. Кроме горохового супа, она, кстати, больше ничего не готовит из супов.
Не знаю, вот фетиш у нее такой на гороховый. Ну все, можете меня поздравить. Я начала ходить в зал. Скоро у меня будет огромная пятая точка. И вот этого не будет. Леша, блин, я не могу выговорить. Леша сделал открытие, у меня целлюлит. Целлюлит. Короче, проблема такая, что у меня вот тут, вот, у меня целлюлит вот тут появился. Скажите, как мне с ним бороться? Питание, это понятно. А еще? Монька, ты хочешь мясо? Это нельзя. Ой, чихнула, да. Короче, сейчас буду готовить мяско. Ой, стейк. Опс. Господи, еще просит, видишь? Давай. Сюда. Пузика, целуйте мне, скажи, целуйте мне пузика. Смотри, что будет просить еще, смотри. Смотри. Мне больно. Я ж тебе не делаю больно. Псуни. Все, ушла. Деловая. Неси мячик мне. Дай мне мячик. Дай мне мячик. Ты моя девочка. Ты моя красотка. Да. Кстати, вот этому приему научила Милена. Друзья, смотрите у нас как красиво. Колясь! Ты еще не умер, брат? Ты все на доме 2, да? Я думал, тебя эфирно уже все отнесли и на ББ обсудили. Друзья, смотрите, как у нас красиво. Если вы хотите стать звездой, приходите на дом 2. Посмотрите, какая красотища. И рано или поздно вы все пизданете в космос. Зая, а что мне сейчас на доме 2 говорят, что ты 20 сентября замуж выходишь? А ничего то, что мы с тобой год прожили, волшебничали вон на той кровати весь год? Зай, прости, это был прекрасный год, но я ухожу замуж. Пизда мне. Молли. 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 Молли.